Вот это дом. Мощь. Да. Только денег на спальню не хватило, потому что хамус. Капитальный. Да? Да. А из-за кого? Из-за тебя. Потому что ты мне мешала все время. Окей. Надо... Так, дракона рожденный. Нафиг, Рок и Юргера. Да, будь его. Призывать его. Окей. А я могу прямо отсюда телепортнуться? А то мне билет неохота. Так, карта мира. Так, мне тут... Да... Так, откуда ближе пилеться, а? Ближе пилеться от пика древних. Блин, да я заколебаюсь обходить. Окей. А, ах ты. Ой, то есть я бы не выйду, я телепортнусь. Вот. Парадокс, мать его. Ой. Дождь. Да вы офигели. Выключите дождь. Окей, сейчас надо посмотреть, что у меня есть такое интересное. Что у меня может быть на... О! Так, надо запомнить. Так, золотое ожерелье. А, я ж хотел еще. Так, а сколько денег ремонта есть? Так. Господи, вот это я зелье наготовил, а. Сколько всякой бурды. Заклинание восстановления сильнее на 17%. Заклинание колбаса сильнее на 22%. А дороже на 17% больше. Ой, господи. Я понял, что я алхимик от бога. Итак, Лидия, мать вашу. Слушай, не по фэншую, у меня вот это ух, у тебя какая-то погуля. Когда женщина подходит с оружием наготове, не мудрено занервничать. Заткни свое хлебало. Я мощь, ты говно. Испробуй. Кстати, насчет пробовать. Где мои ш... А, вспомни. А, казарму сразу тут есть тоже. Сходить, что ли? Почистить там ряды. Окей, ещё повеселимся, почему бы нет. Мой кузен борется с драконами. А мне что досталось? Караульная служба. Ну, все правильно, кузон сдохнет, ты жить будешь. О! Да, ты отверни. Так. Когда-то и меня вела дорога приключений. А потом мне прострелили колено. Ну, ты нарвался. Да, дай про. Сюда иди. Молодец. Так, ну, ты сам напросился. Я. Так, отойди, мишень. Ну, ты понимаешь, что... Ты меня уже из себя просто вывел. Понимаешь? Так, теперь. На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Ладно, ладно. Еще один черт просится под кого. Ай, ай, тихо. Вы думаете, что я вас не забью всех? Да у меня... Моя наглость сильнее ваших.
Вот так вот. Так, да, урон силы. Не стоило сюда приходить. Командир, кстати, бессмертный какой-то. Сукин. Я тебе сейчас сдам. Не страшно убить? На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Я хочу сказать, я загружусь. Да вы издеваетесь, есть даже деревянный меч, который я видел полгода назад. Так, вот золото я украду, я пожал. Принц нищих. История одного бомжа. Так. Вот растяпа. Все, я тут спай был. Кто сказал? Ты сказал. Все, я тогда ворую отсюда еще. Ах ты гряз! Не двигаться! Приказ ярла! Ох, прошу прощения, Тан. Кто ж знал, что это ты? В этот раз мы так и быть отвернемся. Но влияние ярла тоже не безгранично. Будь аккуратнее. Ну... Если нужны зелья, это тебе в котелок Аркадии. Поглядывай в небо и будь настороже. Так, дай пойти, я хочу... Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь... Я командую стражей. Устрою кару тут, божью. В Айтране. Да я сам тебе такую кару божью устрою. Твои задницы не покажется мало. Братья бури, имперцы, драконы. Все, да, я пошел. Так, все, я теперь наконец 100% пока еще из города не выйду, не телепортнусь. Знаю эту систему, вот 100%. А, не, мало. Оба-на. О, ящерка летает. Молясь, поджигай. О, господи, я ж это чудо природы не убью. Наверное. Чё, тут два чуда природы, что ли? А вторую нет. Да не, вроде одно чудо природы пока что. А второе что за чудо природы тогда? Где? А, во. Летит. Не надо, не подходи ко мне. Нет. Так, дракон, не мешай мне, я тут читаю. Меня прёт. Меня пропёрло. Зараза, промазь. Сюда иди. Вот теперь сюда иди, я теперь кукую. Теперь я могу кукнуть эти кранты. А, кажись, тролль. Кто убил тролля, а? Иди, бля, о. А, он еще тролль. Если придется, я тебя убью. Кого, меня или дракона? Если меня, тогда это неправда. Если дракон, тогда это нормально. Не надо, не надо. Я из тебя столько сейчас стрел буду доставать. Мамой клянусь. Да, газ. Спустись, скотина ты су... Ой. А, не, тихо, уйди. Уйди, троллина.
Тихо. Тихо, 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 тихо. Вот слышите, Далакин, Далакин. Уйди, уйди, уйди. Да почему ты так меня хорошо пробиваешь, а? Фу, нафига я против я не буду. Вся дракон великий говнарь. Ой, уже не сосся. Главное не бей меня. Не надо, не надо, не надо. Не подходи ко мне, не подходи. Так, тихо. Во имя буддийского монаха. Не трогай. Вон, видишь, там бобён, бобён. Нети! А вот теперь надо покрасивее. Теперь надо покрасивее. Так, 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 так. Где это? Вот так вот. Оп. Не. Все, я доволен. Драк, драконья кость, чешу. Я золото 10 стрел. Кстати, сейчас кое-что проверим. Так, теперь проверим пока. Магия, так. Талант. Навряд ли на драконов работает. Фу, я уж думаю. Фига себе, наглая скотина тут какая-то. Так, а что тут у нас? Какую-то дырку похоже. Куда я иду? Куда угодно, только не туда, куда мне надо. Северный проход холодных скал. Одинаково. А снег идет, а снег идет. Скотина по щекам. Промолчу. Потому что у меня такой сон. Телевизор появился, я могу. Привет! Я уже много лет охочусь и рыбачу. Кому от этого плохо? А, Ярл же не может съесть всех оленей в округе. Если не жадничать, то здесь добычи хватит на... Погляди. Сейчас ты у меня у... Нет, ты... Оказывается, ему можно драконью чешую, драконью кость продать. Ну ладно, если я буду это... А я все равно буду... Может, еще свидимся. Эти, как их... Изучать доспехи. Сделаю себе драконьи доспехи, кстати, такие красивые. Тяжелые, а легкие какие-то не очень. Я, блин, помню, как я охотился на драконов. Чисто ради этой... брони, ё-моё, сколько драконов валялось, а? Везде. В виде трупаков.
Блин, а я тогда проверял, можно ли их воскресить, заставить на своей стороне бегать. А, на вред. Но я помню то, что одно... Ой. Что мне не нравится. А, ты... А, ты ассасин! Сдохни. Я с ассасинами не общаюсь. Так, гранат, записка темного брата. О! Здрасте, посравший. Теперь меня черное братство хочет убить. Ваша цель... Да, надо было ему по уши сделать. Подлежит уничтожению людьми с возом. Был в нем тест, видимо, что нам это лично все смешает. Мы уже получили оплату по контракту, провал недопустим. Ага. Ну, это чё, блин, сейчас слева было, я не помню. Вот это олени! Вот это олени, а! Вот этому... Вот, посмотрите на этого оленя. Да, да это же... Да это же ассасин! Из Assassin's Creed'а. Первого, второго, третьего и так далее. Brotherhood... Revelation, там еще что-то там. О, Морфол. Блин, а чё это? Так, не забили, что ли? Так, окей. Здрасте! К вам пришел новый правитель. Кланяйтесь здесь в ноги, мать вашу. Ладно, я погнал. Да. Вообще, моя цель, кстати, с Кайдиме, вот именно на данном прохождении, именно, выполнить все задания Яров, чтобы стать таном во всех этих, во всех городах. Прокачать, кстати, на полную персонажа, и в принципе вот вся моя задача. То есть это очень долго, по сути. Хотя в некоторых местах это будет даже быстро. То, что, по-моему, есть некоторые задания, которые прокачки персонажа чуть-чуть помогают. Но я имею в виду там типа вот книг всяческих, типа это. Да, пофиг, в общем. На отравление. Вычимся. Что-то мне звук не понравился. Слышь, ты паучен. Сыя! Сдохни. Ты думаешь, если ты на меня напоешь, ты крутой? Нет, ты к дыму. Гаэмэ. О, Нирн. Надо будет все алхимические ингредиенты скидывать в этот сундук у себя дома. И надо сделать, даже если у меня будут дома во всех городах, надо скидывать все в один дом, а то я потом запутаюсь, что у меня где. И у меня будут уже серии, не как я прохожу Скайрим, а как я бегаю и вспоминаю, где, мать его, тайная вещь, которую я хочу найти. О, золото, отмычка, отмычка, бомжи какие-то. Так, сундук, золото. Кто оставил золото? Кто ты такой, бомж? Что же золото не взял? Точнее, кто такой богатый? Ой, господи.
Не хочу туда идти.